Алло, директор Хэ? А, капитан Линь. Людей уже доставили? Да, уже делаем. Везем прямо сейчас. Хорошо. Эти трое – костяк церкви всемогущего бога. Мы приложили массу усилий, чтобы заставить их выдать лидеров церкви и местонахождение ее денег. Но нам так и не удалось развязать им языки. Так, в частности, лидер Джан Миндао был задержан 4 года назад за евангелизационную деятельность. Ему сломали 2 ребра, но он ни слова не сказал. Когда его освободили, он как ни в чем не бывало вернулся к евангелизационной работе. В этот раз после ареста его часто подвергали жестоким пыткам, но он ничего не сообщил. Нам остается только передать этих богомольных вам. Хорошенько промойте им мозги. Это единственный способ решить проблему. Всемогущий Боже, я не знаю, какие уловки замыслили эти демоны. Молю тебя, просвещай и направляй меня. Помоги мне распознать уловки сатаны, стойко нести свидетельство и посрамить сатану. Вылезайте. Пошел. Давай, пошли. Вперед. Заходи. Пошел. Быстрее. Пошли. Новички? Да, 3 новых. Джан Миндао, номер 205. Пошел. Сю Сянгуан, номер 207. Су Джи Цин, номер 209. Вперед. Вот. Значит, ты Джан Миндао? Позволь представиться. Его зовут Мабинь, а я Байминь. Мы твои наставники. Если тебе что-то понадобится, можешь сказать нам. Идем. Ты не волнуйся. Здесь тебя допрашивать не будут. Это курс идейного воспитания христиан. Мы ни в коем случае не будем применять к тебе пытки. Курс, на который ты зачислен, длится 2 недели. Здесь ты должен очень старательно заниматься. Если после курса ты напишешь заявление о раскаянии, об отречении от своей веры и дашь письменное обещание, что больше не будешь верить во всемогущего Бога, сможешь вернуться домой. Если не перевоспитаешься, то останешься здесь и продолжишь обучение. А будешь упорствовать, тебя приговорят к пожизненному заключению. Понятно? Ну что, продолжаем? Прошу тишины в зале. Приглашаем выступить директора Хэ Хунчана из Центра правового образования Пань Луна. Поприветствуем! Добрый день, учащиеся! В наши дни все больше и больше людей верят в Бога. И атеизм сталкивается с большой угрозой. Это порождает глубокий кризис веры в нашей партии и обществе.
Идейно-воспитательная работа с христианами стала для нашего правительства задачей первостепенной важности. Поэтому, не жалея средств и сил, правительство организовало масштабные курсы идеологического перевоспитания по всему Китаю. Университетские профессора и преподаватели, а также пасторы, были специально привлечены для того, чтобы обучать вас, христиан, и дать вам атеистическое образование, чтобы вы могли освоить философию марксизма-ленинизма и научный подход с целью устранения и искоренения ваших теистических взглядов, полного исправления вашего религиозного мировоззрения и ценностей и превращения вас в атеистов, которые верят только в коммунистическую партию, идут в ногу с коммунистической партией и вливаются в большую семью нашего общества под руководством партии. Только так ваше будущее станет счастливым. Вы должны быть благодарны партии и правительству. Вам следует с радостью воспользоваться шансом перевоспитаться, который дает вам наша страна, и стремиться как можно скорее вернуться в общество. Итак, я объявляю официальное начало курса идеологического перевоспитания христиан в районе Паньлун. Ваши аплодисменты. Мы приглашаем профессора Сунь Юнли из Академии общественных наук начать обучение. Поприветствуем! Учащиеся, не нужно относиться ко мне настороженно. Слушайте внимательно и вникайте. В классе я ваш наставник, но кроме этого я ваш друг. Вы должны серьезно размышлять над каждой темой, что я объясняю. Если в чем-то возникнут сомнения, непременно скажите мне. С помощью марксистско-ленинского атеизма я объясню вам все вопросы, устраню все сомнения. Теперь мы начнем формальную часть лекции. Слушайте внимательно. Все вы верите в Бога. А я в Маркса и Ленина. Я специализируюсь на исследовании религиозных верований. В ходе многолетних исследований я выявил проблему. Все религиозные верования утверждают, что Бог есть. И однако никто из верующих никогда не видел его. В основе их веры лежат лишь их личные ощущения. Таким образом, я пришел к выводу относительно религиозных верований. Религиозная вера – исключительно плод воображения. Это всего лишь предрассудок, лишенный научной основы. Ты слышал? Современное общество отличается высоким развитием науки. Так что во избежание ошибок нужно опираться на науку. Мы, члены Компартии, верим в марксизм-ленинизм. И мы не верим в Бога. Как поется в Интернационале? Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. В Интернационале ясно сказано, что никакой Бог не даст нам избавления. Причина, почему человечество верило в Бога, опираясь на предрассудки, в том, что, сталкиваясь с природными явлениями, такими как солнце и луна, звезды и ветер, дождь, гром и молния, люди в то время не находили им объяснения. Они воспринимали их как сверхъестественные силы, которые внушали им страх и удивление. Так сформировались самые ранние религиозные представления. Кроме того, когда люди не могли справиться с такими трудностями, как стихийные бедствия и болезни, они надеялись получить духовное утешение, с уважением поклоняясь Богу. Вот так и появилась религия. Разумеется, она была антирациональна и антинаучна. Теперь же наука переживает рассвет. В таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, биотехнология, медицина – и генная инженерия, человечество достигло большого прогресса.
В прошлом люди многого не понимали, не знали решения многих проблем. Теперь же наука ответила на многие вопросы. Решение многих злободневных проблем найдено. Если в наш век развития науки и технологий люди еще верят в Бога, то разве это не невежество? Разве идут такие люди в ногу со временем? Единственный практический образ мышления – вера в науку. Вы согласны со мной? Да. Согласны. Да. Нужно верить в науку. Да. Профессор, я бы хотел высказаться о своем понимании этого вопроса. Можно? Прекрасно, прекрасно. Можете высказывать любые ваши мысли. Джан Миндао, слушаю тебя. Профессор Сунь, вы говорите, что вера возникла из-за отсталости людей в плане научных знаний, что религия сформировалась из-за страха перед сверхъестественными силами, что это предрассудок. Этот довод неверен, и он не обоснован. Да? Но в таком случае, что такое религиозное верование? Религиозные верования и суеверия, о которых вы говорите, совершенно разные вещи. Вы, коммунисты, осуждаете и запрещаете религиозные верования под предлогом борьбы с суевериями и предрассудками. Это совершенно нелепо. На вере в Бога Господа Иисуса основаны крупнейшие религии мира, такие как иудаизм, католицизм, православие и протестантизм. Вот что такое на самом деле религиозные верования. 3000 лет назад в результате работы Бога во время периода закона возник иудаизм. Очень давно израильтяне слышали голос Божий и знали его имя. Все время они молились Богу Иегове, соблюдая все законы и заповеди, возвещенные Иеговой. Все они поклонялись Богу Иегове. Так что мы можем утверждать, что иудаизм определенно появился в результате работы Бога в период закона. Когда наступил период благодати, Бог воплотился, как Господь Иисус, и начал свою работу. Будучи распят, Он искупил грехи человечества. Еще больше людей уверовали в Иисуса, и так образовалась Церковь Господа Иисуса. По прошествии нескольких сотен лет развились протестантизм, католицизм и православие. Это крупнейшие религии в мире. Все они возникли в результате искупительного труда Господа Иисуса. Всемогущий Бог последних дней возвестил истину и совершил работу суда. Он покорил и спас людей из различных деноминаций. Люди услышали его голос и пришли к его престолу, поклявшись в верности. Так появилась Церковь Всемогущего Бога. Эти факты доказывают, что верования возникли полностью в результате явления работы Бога. Жизненный опыт христиан подтверждает Божье явление и работу. Никакая сила не может разрушить или остановить Церковь Бога и избранников. И это факт. С самого зарождения человечества Бог осуществляет работу по водительству людей, искуплению грехов и спасению людей. Явление и работа Бога позволяет всему человечеству развиваться. Никто не может отрицать этих фактов. Профессор, вы специализируетесь на исследовании религиозных верований. Вам бы следовало это понимать. Почему вы искажаете исторические факты, утверждая, что религия – плод невежества и отсталости человечества? Разве не абсурдны такие утверждения? Господин профессор, вы много лет изучаете религиозные верования. Жаль, что пользы никакой так для себя и не извлекли. Вы даже не отличаете суеверия от верований. Вы просто не знаете, что такое верование. Думай, что говоришь. Сейчас все больше людей верят в Бога. Число верующих превышает треть населения мира. Многие из величайших ученых мира были христианами. Например, Ньютон, Галилей, Коперник. Вы считаете, что они верили в предрассудки? И совсем не верили в науку? Наука может дать определенные результаты в плане исследования материального мира. Но она бессильна, когда дело касается исследования и изучения духовного мира. Наша вера в Бога не основана на науке. В основе нашей веры – слова и работа Бога. Священное Писание несет свидетельство о работе Бога и содержит исторические данные о том, как человечество соприкасалось с Божьей работой.
Несколько тысяч лет назад библейские пророки предсказали, что будет в последние дни. И, по сути, все эти пророчества сбылись. Что убедительно доказывает реальность явления и работы Бога. Аминь. И тот факт, что именно Бог правит человечеством и управляет Вселенной. Никто не может отрицать эти факты. Аминь. Помолчи. Успокойся. Вы говорите, что Бог создал все и правит над всем. Я этого не вижу. Это не подтверждено наукой. И я в это не верю. Я верю лишь в то, что все вокруг создано природой и эволюционирует. Есть такое выражение: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. То, чего нельзя увидеть, просто-напросто не существует. Посмотрим на тех, кто верит в Бога. Еще много людей верят в Бога. Но кто его видел? Кому являлся Бог? Никто не видел Бога. Это доказывает, что Бог просто не существует. Если Бог на самом деле есть, почему же тогда ученые с их приборами так и не увидели Бога? Вы можете это объяснить? А значит, ваша вера в Бога основана на воображении, и все. Есть же такая поговорка: во что ты веришь, то и существует. По моему разумению, вся вера такова. Но, профессор... Пусть скажет. Вы говорите, раз люди не видят Бога, значит, он не существует. А когда вы сжигаете ритуальные деньги и бьете низкие поклоны перед алтарем ваших умерших предков, разве вы видите души мертвых? Обращаясь к злым духам и медиумам за предсказанием будущего, разве вы видите мир душ усопших? Если нет, то зачем вы сжигаете ритуальные деньги, бьете поклоны, гадаете и занимаетесь предсказанием будущего? Вы повторяете, что Бог не существует, и восхваляете атеизм, но в частной жизни вы верите в лжебогов и поклоняетесь злым духам. Разве своими поступками вы не распространяете ложь и не обманываете людей, одурачивая их? Вы ясно видите, что слова и работа истинного Бога есть истина, и что они дают человечеству свет и спасение. Однако вы упрямо отрицаете веру людей в Бога, противитесь и препятствуете ей под лозунгом атеизма, подавляя свободу вероисповедания и безжалостно преследуя христиан. В чем здесь в итоге проблема? Господин профессор, вы можете это внятно объяснить? Бог есть дух. Пусть люди не видят духовного тела Бога. Они могут слышать слова, которые Бог говорит, и видеть его работу. И это факт абсолютно неоспоримый. Несколько тысячелетий Бог говорит человечеству, направляет его, спасает его, а также управляет его судьбой. А еще он явил много деяний. Из опыта людей и практического понимания этих явлений родилось множество пословиц. Например, «На все воля Божья. Человек предполагает, а Бог располагает. Без Бога все лишь суета-сует. Бог никогда не дает ноши, которая нам не по силам. Бог дал, Бог взял. Судьба предначертана человеку свыше и другие». Все это лишь подтверждает, что существует владыка, который управляет миром людей и обустраивает его, направляет, благословляет и питает род человеческий. Также часто можно услышать такие пословицы: «Все мы под Богом ходим. Бог все видит, и что посеешь, то пожнешь». Все это говорит о том, что Бог – Господь всего творения, что Бог был и есть владыка всего сущего, Дух Божий наблюдает за всем. Именно Бог назначает воздаяние за все поступки людей и определяет их судьбу. Господин профессор, у вас большой опыт. Почему же вы до сих пор не признаете этих фактов? Хань Дуньмэй, ты еще не закончила? Профессор. Сядь. Ты что надумал? Профессор, вы говорите, раз никто не видит Бога, значит, он не существует. Это мнение неверно. Вы исследовали явление и работу Бога. Вы читали Священное Писание, и Слово является воплоти. В Библии сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Аминь. И хотя люди не видели Духа Божьего,
Они, тем не менее, могут слышать голос Бога. Они могут видеть Его слова и испытывать Его деяния. Аминь. Аминь. За тысячелетия Бог совершил 3 этапа работы. Так в Израиле Он совершил работу периода закона, дав народу израильскому свои законы и заповеди. В период благодати воплотившийся Бог совершил искупительный труд. Через веру в Господа Иисуса людям простились грехи. Они жили в присутствии Бога и наслаждались миром и счастьем Божьим. В период царства Бог снова воплотился и возвещает истину, необходимую для работы суда, очищения и спасения людей. Бог столько всего совершил. Как же вы этого не видите? Почему люди до сих пор бездумно отрицают существование Бога? В нашей вере в Бога мы не полагаемся лишь на то, что видим. Основа веры – это Божье явление и работа. Воплотившийся Бог изрек множество слов. Божьи слова сильно отличаются от слов людей. Человек бы такого не смог сказать. В Божьих словах – сила и власть. И день за днем они исполняются. Каждый этап Божьей работы спасает множество людей, приводя их к Богу, позволяя видеть, что Бог существует, и познать Его характер. По этим причинам все больше и больше людей обращаются к Богу. Почему же вы не видите реальности этих фактов? Господин профессор, если вы позволите, я процитирую несколько отрывков из слов всемогущего Бога. Слова всемогущего Бога прояснят, что все сотворено Богом и что Он – Вседержитель. Джон Миндау, ты распространяешь слова всемогущего Бога и свидетельствуешь? Вспомни, где ты находишься. Рекомендую тебе внимательно слушать лекцию уважаемого профессора, принимать перевоспитание от государства и исправляться. Ты должен быть благодарен. Что вы? Не волнуйтесь, капитан Хуа. Пусть наш учащийся закончит, что начал говорить. Джан Миндао, мы все тебя слушаем. Мне, кстати, очень хотелось бы узнать, что же говорит всемогущий Бог. Всемогущий Бог говорит: сколько творений живет и умножается в обширном пространстве Вселенной, снова и снова, следуя закону жизни, следуя одному неизменному правилу. Те, кто умирает, уносят с собой истории живых, а живущие повторяют трагическую историю тех, кто умер. Да. Поэтому человечество невольно задается вопросом, зачем мы живем? И почему мы должны умереть? Кто повелевает этим миром? И кто создал это человечество? В самом ли деле мать природа создала род людской? Действительно ли человечество способно управлять своей собственной судьбой? Человечество не знает, кто владыка всего во Вселенной, тем более не знает, как возникло человечество и каково его будущее. Волей-неволей род людской живет в условиях этого закона. Никто не может избежать этого, и никто не может изменить это. Ибо среди всего сущего и на небесах есть лишь один владыка всего во веки веков. Он есть тот, кого человек никогда не видел, тот, кого человечество никогда не знало, в чье существование никогда не верило. И все же, он есть тот, кто вдохнул дыхание в предков рода людского и дал жизнь человечеству. Он есть тот, кто обеспечивает и питает человечество ради его существования, кто руководит человечеством. Более того, он есть тот единственный, от кого зависит выживание человечества. Он обладает властью над всем и управляет всеми живыми существами во Вселенной. Он повелевает временами года, и именно он вызывает ветер, мороз, снег и дождь. Он дает человечеству солнечный свет и приносит наступление ночи. Именно он устроил небо и землю, дав человеку горы, озера и реки, и все живое, обитающее в них. Его дела повсюду, его сила повсюду, его мудрость повсюду и его власть повсюду. Аминь. Каждый из этих законов и правил является воплощением его дела. Аминь. И каждый из них является его мудрость и власть. Кто может уйти от его всевластия? И кто может избежать его замыслов?
Все существует под его пристальным взглядом. Более того, все живет под его господством. Его деяния и его власть не оставляют человечеству выбора, кроме как признать тот факт, что он на самом деле существует и есть владыка всего. Профессор, позвольте и мне процитировать всемогущего Бога. Всемогущий Бог говорит, со дня появления человека Бог неуклонно совершает свой труд, управляя данной вселенной и направляя как изменение, так и движение всего сущего. Как и все сущее, человек незаметно и, не осознавая этого, получает питание от сладости Бога. Получает от него и дождь, и росу, и как все сущее, человек, не осознавая того, живет, подчиняясь дирижированию Божьей руки. Бог держит в своей руке сердце и дух человека, и вся человеческая жизнь проходит на глазах у Бога. Вне зависимости от того, веришь ты в это или нет, все сущее, все без исключения сущее, живое или мертвое, будет сменяться и изменяться, обновляться и исчезать в соответствии с Божьими намерениями. Именно так Бог правит всем сущим. Аминь. Всемогущий Бог также говорит: «И хотя человечество не признает существование Бога, не принимает тот факт, что Создатель сотворил все и обладает господством надо всем, и более того, не признает существование власти Создателя». Ученые, астрономы и физики все чаще приходят к выводу, что существование всех вещей во Вселенной, принципы и закономерности, определяющие их движение, все они без исключения управляются и контролируются великой и невидимой темной энергией. Этот факт побуждает человека принять и признать то, что за всеми этими моделями движения стоит Всемогущий, который руководит всем. Его мощь необычайна. И хотя никто не может увидеть его истинного лица, он контролирует и управляет всем каждое мгновение. Никакой человек и никакая сила не способны превзойти его владычество. Аминь. Перед лицом этого факта человек вынужден признать, что ему не подвластны законы, управляющие существованием всего сущего, и никто не может их изменить. И в то же время человек вынужден признать, что люди не в состоянии полностью понять эти законы. Это не законы природы, а законы, продиктованные Господом Владыкой. Хватит! Вы совсем обнаглели! Сколько можно свидетельствовать о словах всемогущего Бога? Здесь оплот марксизма, ленинизма и атеизма. Здесь запрещено Евангелие и свидетельство о Боге. Я предупреждал. Вам можно только старательно слушать то, что преподает профессор Сунь. Не сметь говорить без спросу. И забудьте о всемогущем Боге. Капитан Хуа, но ведь профессор разрешил нам поднимать вопросы в ходе дискуссии. Мы делаем, как предложил профессор. Что здесь не так? У нас же образовательный курс. Мы должны обмениваться мнениями и представлениями, если это запретить, то как промывать нам мозги? Не груби здесь! Эй, капитан Хоа. Вопросы задавать можно. Нам выпала возможность пообщаться. Весьма редко. Это полезно для вашего образования и воспитания. Вы только что очень хорошо говорили. Все звучало вполне разумно. Но это не согласуется с наукой и не подтверждено доказательствами. Нельзя точно определить, существует Бог или нет. В своей вере в Бога вы руководствуетесь собственными идеями и мнениями. Мне кажется, ваши теории – это лишь ваше субъективное сознание. Они, по сути, иллюзорны. Мы, коммунисты, считаем истинный материализм и теорию эволюции, поскольку они научны. Наша страна дает материалистическое образование на всех уровнях, от школы до университета.
Для чего это? Для того, чтобы с раннего возраста прививать молодежи атеистическое прогрессивное мышление, не дать ей погрязнуть в религии и предрассудках. Научить научным образом объяснять все вопросы. Возьмем вопрос о происхождении жизни. В прошлом люди были отсталыми, верили сказкам о том, что Паньгу разделил небо и землю, а Нюйва создала людей, а жители Запада верят, что человечество создано Богом. По сути, это всего лишь мифологии и сказания, совершенно антинаучные. С появлением теории эволюции, объяснившей происхождение человечества, мы знаем, что люди произошли от обезьян. Теория эволюции доказала, что легенды о сотворении человека Богом просто несостоятельны. Все эволюционировало совершенно естественным путем. Лишь в этом истина. Поэтому мы должны верить в науку и теорию эволюции. Вы все образованные и начитанные люди. Как вы можете верить в Бога? Ума не приложу. Может, сможете рассказать о своих взглядах? Профессор Сунь – прекрасный лектор. И его доводы в пользу науки и эволюции всегда обоснованы. Вы можете выразить свою точку зрения, рассказать о своих представлениях. Говорите свободно. Не надо стесняться, а? Ну, в таком случае я выскажусь. Вы, члены коммунистической партии, верите в материализм и теорию эволюции. Боготворите Маркса и Дарвина. Так почему же все меньше людей верят в материализм и теорию эволюции? Верующие в Бога составляют большую часть человечества. Никто из искренне верящих в Бога не верит в теорию Дарвина. Даже среди атеистов мало кто верит в теорию эволюции до конца. И есть ли в наше время люди, верящие в Дарвина? Считает ли кто-то теорию эволюции истиной? Возможно, таких людей немного. Профессор, можно спросить, все ли люди, верящие в эволюцию, признают обезьян своими предками? Во время поминальных церемоний они бьют поклоны обезьянам. Что смешного? Хватит смеяться, запрещено. Тихо, тихо. Успокойтесь. Да ну хватит, чего скалитесь. Тихо. Если даже они не выражают почтения обезьянам, но вечно твердят, что теория эволюции – это истина, они не живут в соответствии с убеждениями. Посерьезнее. Господин профессор, все вы с почтением относитесь к науке во всем, на ней основываетесь, обращаетесь к ней за всеми ответами. Позвольте спросить. Наука является истиной? Как вообще возникла наука? Почему так много теорий, опубликованных одними учеными-мужами, позже полностью опровергаются другими учеными? Вы посмеете сказать, что наука есть истина? Тогда я спрошу, наука может очистить человечество от развращенности? Наука может спасти человека от власти сатаны? Могут ли люди с помощью науки избавиться от греха и вести осмысленную жизнь? Наука может принести планете мир? Наука может дать человеку счастье и пристанище в конце его пути? Может ли наука даровать безопасность и радость? Может ли наука предсказать развитие человечества и что ждет каждого в конце? Не может. Наука ничего этого не дает нам. И вы говорите, что наука истина? Что вообще такое истина? Вы можете ответить? Профессор. Поскольку вы так верите в науку и высоко ее превозносите, объясните, пожалуйста, всем собравшимся, что же такое наука? Наука – это набор теорий в самых различных областях знаний, обретенных развращенным человечеством и следующий мир, сотворенный Богом. Наука – просто продукт человеческого разума. Развращенное человечество не обладает истиной, у него нет ни капли истины. Как же может тогда научное знание, полученное развращенным человечеством, быть истиной?
Истина может исходить только от Бога. Только Бог является Творцом. Только слова, изреченные Творцом, есть истина. С тех пор, как Бог явился и возвестил множество слов, люди испытывают их в своей жизни и признают, что только Божьи слова – истина, и все, что Он говорит – незыблемый факт. Придется повозиться с этой Хань Дуньмэй. В период закона Бог провозгласил много слов, наставляя людей соблюдать Божьи законы, чтобы они могли получить от Бога защиту и благословение. Нарушавших законы признавали виновными и проклятыми. В период благодати Господь Иисус был распят за грехи всего человечества. Он стал искупителем грехов. Поверив в Иисуса, люди получали прощение, а также Божью благодать и благословение. С наступлением периода царства всемогущий Бог возвестил истину для суда и очищения человечества. Он дал полное спасение от власти сатаны и приводит людей к Богу, чтобы они обрели его благословение и прекрасное пристанище в конце своего пути. Аминь. Аминь. Факты, свидетельствующие о Божьей работе, убедительное доказательство того, что слова Бога и есть истина, что они несут людям божественный свет, благословение и спасение. На протяжении тысячелетий Бог ведет человечество словом, и словом привел его в сегодняшний день. Бог все совершает словом, и всегда слова Бога сбываются, они всегда исполняются, это факт, в этом может убедиться каждый. Господь Иисус сказал: «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Аминь. Наступили последние дни, и большинство христиан увидело, пророчества Господа Иисуса сбылись и исполнились. Из этого видно, что только слова Бога есть истина, и лишь они отображают реальность. Это факты, которые невозможно отрицать. Только Бог может спасти человечество, только Божьи слова есть истина, и только они могут быть жизнью для людей. Наука определенно не истина. Учащиеся, вот я вообще не знаю, в чем истина. Не разбираюсь в науке. Я знаю одно. Не будь у нас науки, наша жизнь не была бы так легка и прекрасна, как она есть. Разве не наука дала все плоды прогресса, которыми люди пользуются сегодня? Лишь полагаясь на науку, можно победить все болезни, от которых сейчас страдают люди. Все проблемы человечества научный прогресс в итоге решит. Разве мои слова не являются истиной? Вы утверждаете, что Божьи слова – это истина. А я в это не верю. Я знаю лишь то, что без научного прогресса человечество было бы отсталым, не развилось бы. Мы жили бы, как дикари, без электричества, во мраке. Неужели вы думаете, что Бог может решить все ваши проблемы? Может ли Он дать вам счастливую жизнь? Если бы человечество жило лишь верой, разве был бы прогресс? Мне кажется, что верующие не видят реальности. Разве Бог может оградить вас от страданий, что причиняет вам коммунистическая партия? Может ли Бог уничтожить компартию? То, что я говорю, факт. Ну? Есть объяснение? Директор Хэ верно сказал. Не будь у нас научного прогресса, люди жили бы в невежестве, варварстве, глупости и отсталости. Тысячелетия назад люди не умели использовать природные ресурсы, богатые ресурсы. Теперь у нас развилась наука. И мы не только добываем уголь, нефть и природный газ, мы освоили энергию атома. Это оказало огромное влияние на развитие общества и экономики и улучшило качество жизни людей. Да, нужно верить в науку. Население мира постоянно растет.
а зерновых выращивается все меньше. Благодаря генной инженерии, пестицидам и удобрениям значительно повысилась урожайность многих культур. Мы успешно обеспечиваем людей одеждой и едой. Так разве можно все это сделать с помощью лишь веры? Разве это не достижение научного прогресса? Значит, все мы должны верить в науку. Наука помогает человеку не только познавать наш мир, изменять наш мир, но даже контролировать его. Основываясь на науке, человечество способно создать условия для счастливой жизни и построить славную родину. Тихо, я сказала. Не страшно, если Бога нет. Но без науки ничего не выйдет. Разве то, что я говорю, неверно? Без Бога нет. Сядь. Директор Пань, вы верите только в науку. Верите, что наука обеспечивает прогресс и дает нам счастье. Но так ли все на самом деле? Наука постоянно развивается. Но что она на деле дала нам? При поверхностном взгляде кажется, что научный прогресс принес людям достижения. Кажется, что уровень жизни повысился, а общество уже благоденствует. На самом деле, научный прогресс породил кризис веры человечества. Люди удалились от Бога, отрицают его, предают. Веря в науку, многие перестали искать Бога. Хотя и знают о его существовании. Вместо этого они ищут плотские удовольствия. Под влиянием такой философии все больше деградирует мораль и характер человечества. Оно становится все более порочным. В душах людей небывалая пустота. Люди ищут приятных эмоций и предаются похоти. Повсюду наркомания и самоубийство. Разве это не так? Развивая науку, человечество в то же время нанесло серьезный ущерб окружающей среде. Мы загрязняем воздух, воду, почву и даже продукты питания. Это причинило огромный вред человечеству. Многие страны мира втянуты в гонку вооружения. Изобретаются все новые виды передового оружия. Наука создала ракеты, ядерное и химическое оружие. И теперь человечество стоит перед угрозой уничтожения. Если разразится Третья мировая война, это обернется огромным бедствием для всего человечества. Очевидно, что день, когда наука достигнет апогея, станет последним для нас. Директор Хэ, я процитирую слова всемогущего Бога. Услышав их, вы поймете, обернулась ли наука в итоге для человечества благословением или трагедией. Всемогущий Бог говорит, с появлением общественных наук разум человека был занят наукой и знаниями. Затем наука и знания стали инструментами управления человечеством, и у человека не осталось места для поклонения Богу, не осталось благоприятных условий для поклонения Богу. Бог стал занимать в сердце человека еще менее значимое место. Мир в сердце человека, в котором нет места Богу, покрыт мраком, безнадежен и пуст. Наука, знание, свобода, демократия, отдых, комфорт дают людям лишь временное утешение. Даже получив все это, человек неизбежно будет грешить и выражать недовольство по поводу несправедливости в обществе. Этим не утолить человеческое желание познавать. Так как человек был создан Богом, бессмысленные жертвы и изыскания человека приведут только к еще большему огорчению. Человек будет существовать в постоянном страхе, не будет знать, как смотреть в будущее человечества или как идти тем путем, который лежит перед ним. Человек начнет бояться даже науки и знания, бояться еще больше чувства пустоты внутри него. Если люди какой-то страны или народа не могут получить спасение и заботу Бога, тогда такая страна или народ на пути к краху, к мраку. И они будут уничтожены Богом. Эти верующие во всемогущего Бога, они знают слова всемогущего Бога наизусть. Да. Эй, глянь,
Еще одна встала. Всемогущий Бог говорит. Люди непрестанно ведут научные изыскания и глубокие исследования. И бесконечно удовлетворяют свои желания и материальные потребности. Каким последствиям это приводит для человека? Во-первых, равновесие в природе нарушено. А загрязненная окружающая среда, в свою очередь, пагубно отражается на здоровье людей. Повсюду появляются самые разные инфекционные заболевания, эпидемии, смог. Это ситуация, над которой сегодня человек утратил контроль. Не так ли? Теперь, когда вы это понимаете, если человечество не следует за Богом, а таким вот образом постоянно следует за сатаной, используя знания для беспрестанного обогащения, полагаясь на науку, в вопросах будущей жизни человечества, то если и дальше жить таким образом, вы понимаете, к чему это неминуемо приведет человечество. Что тогда неминуемо ждет человечество? Погибель. Оно шаг за шагом приближает свою погибель. Приближает погибель шаг за шагом. Слова всемогущего Бога открывают лишь факты и истину. Скажите, разве не такие последствия для человечества мы наблюдаем прямо сейчас из-за научного прогресса? Все развращенное человечество с почтением относится к науке. Это очень опасно. Развитие науки принесло людям лишь бедствие и разрушение. Господин профессор, Бог-творец, только Бог может спасти человечество. Всемогущий Бог последних дней явился и производит работу суда с целью очищения и спасения развращенного человечества. Всемогущий Бог говорит, «Мой заключительный труд нужен не только ради того, чтобы наказать человека, но и ради того, чтобы приготовить человеку его конечное пристанище. Более того, цель данного труда – получить от всех признание за все, что я совершил». Я хочу, чтобы все без исключения люди увидели, что все, что я совершил, было правильным и является выражением моего характера. Не деяния человека, и уж, конечно, совсем не силы природы породили человечество. Наоборот, именно я тот, кто питает каждое сотворенное живое существо. Аминь. Без моего существования человечество будет лишь страдать от наказания в виде бедствий и просто погибнет. Ни одно человеческое существо вовек снова не увидит прекрасное солнце и луну или зеленый мир. Человечество столкнется лишь с леденящей ночью и безжалостной долиной смертной тени. Я единственное спасение для человечества. Я единственная надежда человечества, и вдобавок я тот, на ком держится существование всего человечества. Аминь. Без меня... Человечество тотчас же окажется в тупике. Без меня человечество будет страдать от катастроф и будет попрано всевозможными духами. Да. Бедствие исходит от меня и, конечно же, мною устраивается. Если в моих глазах вы не творите добро, то вы не спасетесь от бедствия. Только если человек подчиняется Божьей работе суда последних дней и принимает все истины, изреченные Христом, его развращенность может пройти очищение, а сам человек подчинится Богу. Только так можно спастись от уничтожения в конце времен благодаря Богу и попасть в Царство Божие. Хватит! Это уже чересчур. Сколько б ни было в словах всемогущего Бога власти или истины, мы в них не верим. Вы посмотрите, где вы находитесь. Это учебный курс коммунистической партии. Оплот марксизма-ленинизма. И атеизма. Обнаглели распространять Евангелие и свидетельствовать о Боге коммунистам. Вы страх потеряли! Вы упорствующие элементы, одурманенные своей верой. С этого момента вам запрещается выражать свои мысли. И уж тем более говорить о Боге. Вам понятно? Эх...
Если у кого-то возникнут вопросы, подходите после занятий, продолжим. Проклятие! Я вне себя из-за сегодняшнего. У нас задача промывать им мозги, на деле они читают нам проповеди. Они даже цитировали слова всемогущего Бога, словно правда на их стороне. Я был просто в бешенстве. Жаль, наша цель перевоспитать их, а то я бы их просто прибил. Я думаю, рассказывать о марксистско-ленинском атеизме этим блаженным совершенно бесполезно. Но можно подвергнуть их пыткам. Капитан Хуа, теперь вы понимаете, как трудно обрабатывать этих богомольных? Если человек верит в Бога 8 или 10 лет, он становится фанатиком. Его трудно изменить. Промывать мозги таким людям очень сложно. Ужасно сложно. Это настоящая война. Воистину, это битва между двумя образами мышления. Это война за сердца и умы людей. И победит здесь лишь одна сторона. Держите себя в руках. Наша задача – их идеологическая трансформация, а не выбить признание под пытками. Нужно набраться терпения. Если вызовем в них дух противления, это негативно скажется на перевоспитании. Если под пытками они отрекались от веры и сдавали церковные связи, то разве наше правительство бросило бы столько сил и средств на курсы по идеологической обработке? Директор Ха прав. Обработка этих людей – дело очень непростое. Это борьба между двумя типами идеологического сознания. И в ней выживет кто-то один. Пытками можно мучить их тела, но так едва ли изменишь их веру. Нам нужно понимать намерения центрального руководства. Чтобы уничтожить церковь всемогущего Бога, помимо пыток для получения признаний от адептов церкви, нужно психологическое воздействие. Да. Нужно полное промывание мозгов. Нужны жесткие и мягкие подходы к проблеме. Так мы задавим ее в зародыше. Да. Только лишь так. Все звучит логично. Но перевоспитать людей, которые столько лет верят во всемогущего Бога, совсем не так просто. Они каждый день читают книгу, продиктованную всемогущим Богом. Слово является воплоти. Они глубоко понимают суть мира, человеческой жизни и общества, и даже науки. Их слова взвешены, неопровержимы и хорошо продуманы. Мало того, слова всемогущего Бога поразительны. Они прочно укоренились в адептах церкви. Думаю, будет непросто заставить их отказаться от своей веры. Предать Бога. Работать с верующими во всемогущего Бога очень сложно. Но сейчас они заперты в классе промывки мозгов. Без книги слово является воплоти. Если мы продолжим навязывать им наши идеи и атеистические взгляды, по очереди ведя свою обработку, мы сможем постепенно пошатнуть всю их веру и мало-помалу вытравить слова всемогущего Бога из них, заставив их полностью отречься от своей веры и раскаяться. Профессор Сунь, у вас будут еще какие-нибудь идеи? Мне кажется, нельзя слишком сильно ограничивать их право говорить в классе. Надо разрешить им открыто высказывать мнение. Только так нам будут видны их мысли, и мы сможем четко поставить задачу и поймать их на ошибках. Тогда мы перейдем в контрнаступление. Если мы будем просто рассказывать этим набожным людям о марксизме, ленинизме и теории эволюции, они нас просто не станут слушать. Таким образом, будет трудно преодолеть их сопротивление, разрушить их идеологию.
будет очень сложно добиться цели и перевоспитать этих людей. Ваше предложение логично. Не зря вы профессор. Нельзя заниматься обработкой христиан без стратегии. Господин Ван, пожалуйста, порекомендуйте что-нибудь. Вот еще что. Мы должны пристально следить за учащимися. Совсем не разрешать им молиться и общаться. Если они будут молиться и общаться друг с другом, их умы и мысли будут проясняться, и они будут опровергать наши доводы. Тогда наша работа будет напрасной. Да, вы правы. Это тоже важный момент. Можно с уверенностью сказать, что работа с адептами всемогущего бога – это война без кровопролития. И грандиозная политическая задача. Нам нельзя ничего упускать. Профессор, знаете мое любимое высказывание Мао Цзэдуна? Бороться с небом – великая радость. Бороться с землей – великая радость. Бороться с людьми – великая радость. Это очень меткие слова. Великая радость. Мы все должны бороться с небесами и с Богом. А теперь нам нужно заставить верующих во всемогущего Бога капитулировать, сдаться. И все они должны начать богохульствовать, поносить своего Бога. Только это будет нашей величайшей победой. Я просто не верю, что вера в какого-то бога может победить марксизм-ленинизм. Это невозможно. Приложим все усилия и постараемся перевоспитать адепта всемогущего бога в кратчайшие сроки. Конечно. Тогда я смогу просить вознаградить вас. Физический труд сыграл решающую роль в эволюции человека из обезьяны. Благодаря труду мозг обезьян приобретал способность к абстрактному мышлению. Продолжай. Читай еще. Ты что, молишься? Молиться запрещено. Джан Миндао. Прилежно учись и перевоспитывайся. Так скорее вернешься домой. Твои родные ждут, когда ты вернешься к ним. Сыграл решающую роль в эволюции человека из обезьяны благодаря труду. Мозг обезьян приобретал способность к абстрактному мышлению. Патриотические фильмы – это сегодняшняя тема занятий. Смотри, потом напишешь, что ты усвоила из фильма. Закрывать дверь запрещено. Я прилягу? Хорошо.
скорее. Ты не ляжешь спать, пока не напишешь, что выучила. Всемогущий Боже, они каждый день промывают мне мозги с помощью слов сатаны. Мне омерзительно слышать эту ложь, мне тошно от нее. Эти люди действительно бесы. Со помощью слов сатаны они хотят внести смуту во мое сердце и мысли. Я всем своим сердцем ненавижу сатану. Боже, молю, защити меня, будь со мной. Мы посмотрели учебный фильм центрального руководства о том, что такое секты. Мы выяснили их 5 характеристик, отличительных черт. Однако эти 5 характеристик обсуждаются неясно, мало, в общих чертах, и их сложно понять. Теперь я расскажу о них подробнее, яснее. Руководство нашей страны объявило протестантизм и католицизм сектами, а Библию – сектантской книгой. Это общепризнанные факты. Если говорить о том, почему центральное руководство объявило домашние христианские церкви, и в частности церковь всемогущего Бога, сектами, то, насколько я понимаю, логика здесь такова. Все, кто утверждает, что Бог сотворил все сущее, кто говорит, что Бог создал человечество, что Бог правит всем, что Бог – это Господь Вселенной и повелевает Вселенной, и все, кто считает, что человечество – должно почитать только Бога, подчиняться и поклоняться Ему, все это секты. Все, кто говорит, что Бог праведен, свят и велик, несут свидетельство о Божьей любви и спасении человечества. Те, кто осуждает сатану, развращающего человечество, и нечистую силу, правящую миром, а также те, кто прямо осуждает коммунистическую партию, все это секты. Те, кто говорит, что Господь Иисус возвратился, кто несет свидетельство о воплотившемся Христе и говорит о словах и работе обычного человека, как если бы он был спасителем, а также публично сообщает, что все слова, изреченные Христом, и есть истина, призывая людей принять Бога, обратиться, подчиниться Ему, и кто не подчиняется нашей партии, все это секты. Все, кто утверждает, что слова Бога – истина, стоящая выше всего остального. Кто утверждает, что Библия – это Божье Слово, и что Слово является воплоти истина и всячески осуждает и выступает против марксизма, ленинизма и нашей идеологии – все это секты. Все, кто свидетельствует о Христе последних дней, кто говорит, что Бог возвратился, убеждая всех принять Божье спасение – кто призывает людей оставить все и идти за Богом, словно это единственный способ попасть в Царство Небесное, все это секты. Так я понимаю основания, исходя из которых центральное руководство объявляет все христианские церкви и в особенности Церковь Всемогущего Бога сектами. Всем понятно, что такое секта? В Китае у руля стоит коммунистическая партия. Компартия – это партия марксизма-ленинизма, осуждающая любой теизм. Компартия осуждает все религиозные объединения, которые исповедуют веру в Бога, объявляя их сектантами. Это демонстрирует абсолютную власть Компартии. Только Компартия является великой, славной и правой. Все, что противоречит марксизму-ленинизму или даже враждебно, явно ошибочно. Все это будет запрещено коммунистической партией. В Китае есть лишь марксизм-ленинизм и линия Компартии.
Разве это неправильно? Если у вас другие мнения, взгляды на этот вопрос, можете говорить открыто, высказываться. Ну? Ты слышал? Не вздумай спорить. Директор Пань только что ясно разъяснил 5 главных характеристик сект. Все наверняка все прекрасно поняли. Но я добавлю пару слов. Адепты всемогущего Бога говорят, что Господь Иисус вернулся. Что в последние дни Христос – это всемогущий Бог. Вы утверждаете, что всемогущий Бог возвещает истину для очищения и спасения людей, что Царство Небесное уже на земле. Это потрясло и разделило религиозный мир. И привлекло миллионы к всемогущему Богу. Это привело к переполоху в Китае. И вызвало замешательство во всем обществе. Разве вы не нарушаете общественный порядок? Внимательней. Поэтому центральное руководство обвиняет Церковь Всемогущего Бога в яром сектантстве и подвергает ее нападкам. Все вы впали в заблуждение, сбились с пути. Правительство надеется, что вы раскаетесь, оставите Церковь Всемогущего Бога и присоединитесь к Церкви Трех Автономий. Тогда правительство не будет преследовать вас по закону. Что об этом думаете? Все это для твоего блага. Понятно? Давайте. Директор Пань, господин Ван, вы ясно объяснили, по каким признакам Компартия определяет секты. Но мне кажется, что все обвинения Компартии ошибочны и абсурдны. Что праведно, что нечестиво, зависит только от истинности. И от того, можно ли считать слова Бога основой для определения истинности. Все мы должны знать, что лишь единый Бог, который сотворил все сущее, и есть истина. Бог Всевышний, кому человечество должно поклоняться. Аминь. Не говори аминь. Есть поговорки. Все мы под Богом ходим. Бог все видит, на все воля Божья. Справедливость написана в сердце каждого человека. Добро порождает добро, зло порождает зло. Никакой молитвы не загладит оскорбление неба. Их много. Все они подтверждают, что Бог – властелин всего и видит все. Аминь. Бог и есть истина. Все положительное в мире исходит от Него. Правовые и нравственные нормы общества берут начало в Божьей работе и Его слове. Аминь. С того момента, как Бог сотворил мир, Он возвещает истину, направляет людей, искупает их грехи и спасает их. Поэтому Бог – великий искупитель грехов человечества. Вера в Бога, подчинение, поклонение Ему, следование Божьим путем – все это позитивное явление, правильный образ жизни, который Бог благословляет. С другой стороны, все негативное и все нечестивое исходит от сатаны. Все, что отрицает Бога, противится или враждебно Ему – все это нечестиво. Так что же такое секта? По сути, все враждебное Богу, противоположное истинным, изреченным Богом, отрицающее Его, все, что осуждает и порицает Его работу, все, что ведет людей во тьму, из-за чего люди отходят от Бога, противится Ему и становится все более нечестивыми, из-за чего Бог гневается и насылает бедствия. Такие силы зла и организации и являются сектами. Пришедшая к власти Компартия распространяет атеизм и теорию эволюции для обольщения и развращения христиан, толкает на путь отрицания Бога, противления и предательства Бога. Так она оскорбляет характер Бога и навлекает его проклятие. Своим противлением Богу Компартия вызывает нескончаемые бедствия. Люди погрузились в пучину страданий, терпят невыносимую боль и один за другим бегут за рубеж. Во время пребывания у власти Компартия Китая ненавидела Бога. Она совершила много зла. Всего упомнить невозможно. Так что только Компартия Китая и является настоящей сектой. Объявляя христианские церкви виновными в сектантстве, Компартия Китая искажает факты. Джан Миндал, ты смеешь опровергать слова Компартии и называть Компартию сектой? Да ты обнаглел! Директор Пань, господин Ван,
По каким принципам отличать верный путь от секты? Вопрос, достойный глубокого размышления. На протяжении тысячелетий сатана распространяет различные ереси и заблуждения, чтобы обольщать человечество. Люди стали отрицать Бога, противиться Ему, предавать Его. Из-за этого мир людей погрузился во мрак, зло и хаос. С тех пор, как Компартия пришла к власти, она проповедует атеизм и теорию эволюции, провозглашая: «Нет в этом мире никакого Бога вовсе и никакого Спасителя не было». Человек – хозяин своей судьбы и кузнец своего счастья. Силы человека выше силы природы. Судьба человека в его собственных руках. Каждый сам за себя и горе неудачником. Деньги правят миром и другие подобные ереси, обольщающие и развращающие христиан. И именно поэтому люди становятся все более заносчивыми, самодовольными, эгоистичными и коварными, все более злыми. Подобно нечистым бесам и зверям, люди потеряли совесть и человечность. Они даже убивают друг друга. В Китае, в самом порочном месте мира, где находится логово большого красного дракона, явился Бог. Он трудится и возвещает истину, чтобы полностью очистить и спасти человечество. Он даст возможность человеку освободиться от власти сатаны, обратиться к Богу и пойти путем света. Все это только хорошо. Однако они столкнулись с неистовым осуждением и преследованием со стороны Компартии. Разве при этом Компартия не оказывает противоестественное сопротивление небу? Да. Все люди, наделенные совестью, признают, что вера в Бога – это верный путь, и что только явление и работа Бога, только истина, выраженная Богом, могут спасти человечество. Так что единственно верный путь – это лишь путь истины, путь спасения. Все, что вводит в заблуждение, что развращает и толкает на путь тьмы и ненависти, это и есть порочная секта. Таков критерий, позволяющий отличить верный путь от сектантства. Если церковь, принимающая работу Бога и истину, клеймят, объявляя сектой, разве это не подмена истины ложью? Разве это не абсурд? Верно. Хватит. Да. Сколько можно? Да. Только Бог есть путь, истина и жизнь. Лишь явление и работа Бога могут принести людям истину и свет, спасти от греха и влияния сатаны, и могут привести человека в уготованное для него прекрасное место. Самое страшное зло – это объявлять церковь, принимающую Божью работу, сектой. Лишь Компартия способна на такое вопиющее зло. Да. Каждый этап Божьей работы направлен на спасение человечества. Например, в период благодати Бог впервые воплотился в образе Господа Иисуса. Внешне Он казался обычным человеком. Иисус изрек всю истину, чтобы человек получил искупление грехов. Когда же Христа в итоге распяли, Он стал искупительной жертвой, освободив людей от осуждения и проклятия закона, дав им возможность жить в Божьей благодати. Аминь. Аминь. В то время иудеи вступили в сговор с властью и сделали все, чтобы осудить Господа Иисуса. Они распяли Господа Иисуса. Они считали, что так они положат конец работе Господа Иисуса и достигнут своей цели. Но каков был результат? Сегодня Евангелие Господа Иисуса Спасителя распространилось по всему миру. В мире сотни миллионов приняли благодать. Церковники уже признали в Господе Иисусе Христа и Спасителя. И сегодня христианская церковь, рожденная явлением и работой Господа Иисуса, это истинный путь. Аминь. Только атеистическая компартия осуждает христианские церкви, объявляя их сектами. А Священное Писание – сектантской книгой. Разве все это не факт? Да. Директор Пань, господин Ван, то, что компартия осуждает явление и работу Господа Иисуса и обвиняет христианство, называя его сектой, неудивительно. Так как коммунистическое правительство Китая – это сатанинский режим, который по сути своей богоненавистнический и восстает против Бога всякий раз, когда он совершает свою работу. В последние дни Господь Иисус вернулся в облике воплощенного всемогущего Бога, возвестил истину для работы суда последних дней, чтобы полностью очистить, спасти человечество и привести людей в Царство Божье, положив конец эре тьмы и зла. Аминь.
Факта явления и работы Бога достаточно, чтобы доказать, что именно Божья работа на каждом этапе ведет человечество по пути развития. Аминь. И что все истины, которые возвестил Бог, направляют человечество по пути к свету. Без Божьих слов и работы мы обречены на стагнацию и отсутствие прогресса. Человечество погрязнет в грехе, навлекая на себя погибель. Если находятся люди, готовые обвинять каждый этап Божьей работы в сектантстве, в чем суть проблемы? Этот вопрос стоит нашего пристального внимания. Сегодня люди в разных деноминациях, любящие истину и ищущие свет, прочли слова всемогущего Бога и засвидетельствовали, что его слова – это истинный голос Бога, и что он и есть Спаситель последних дней. Работа всемогущего Бога – истинный путь, и его принимают, о нем свидетельствуют все больше и больше людей. Почему же Компартия с завидным упорством устраивает гонения, осуждает работу, попирает Церковь Бога? Почему, чем явственнее Божье явление и работа, чем яснее истина, чем больше в чем-то позитивного, тем больше Компартия осуждает и запрещает это? Разве это не борьба с небом и не противление ему? Теперь совершенно очевидно, что только организация, отрицающая истину, враждебная и противящаяся Богу, является сектой. Все, кто фабрикует слухи и ложь для развращения человечества, являются сектой. Все, что подавляет, осуждает христианство, кто враждебно Христу, является сектой. Все, что отрицает Христа, отрицает истину, противостоит ей или враждебен Христу, является сектой. Компартия – политическая организация, отрицающая Бога, противящаяся Ему, больше всего ненавидящая истину Христа. Следовательно, Компартия – это типичная нечестивая секта. Вот мои выводы, мое мнение. Директор Хэ, эти верующие во всемогущего Бога поразительны. У них свое мнение о сектах и свое понимание вопроса, и они весьма красноречивы. Их доводы сложно опровергнуть. Вы утверждаете, что всемогущий Бог – это явление Бога в последние дни и истинный путь. Говорите, что Бог создал весь наш мир и управляет всем в мире, что Божья работа нас направляет и спасает. На каком основании вы рискуете это утверждать? Мы, члены Компартии, являемся атеистами. И мы не признаем существования и власти Бога. И уж тем более мы не признаем явления и работы воплотившегося Бога. Христианский Иисус – это просто человек, у которого были родители, братья и сестры. Однако же христианство требует считать его Христом и поклоняться ему. Это непостижимо. Всемогущий Бог, в которого верите вы так же, как Иисус, просто человек. Почему вы упрямо настаиваете на том, что Он сам Бог во плоти? Почему свидетельствуете, что Он, воплотившийся Христос, Спаситель последних дней? Разве это не невежественно? Нет в этом мире никакого Бога, и уж тем более нет в нем Бога воплотившегося. Вы упрямо называете обыкновенного человека воплотившимся Богом. На каком основании? Вы можете объяснить основание своей веры? Позвольте мне сказать. Бог есть Дух, люди не могут видеть Его. Но Дух Божий говорит слова, которые люди могут услышать. Это правда. Из фактов, отраженных в Библии, мы видим, что Дух Божий говорил через гром, являлся и говорил в пылающем огне. И он воплощается и пребывает среди людей, и говорит людям. Это факты, которые нельзя отрицать. На протяжении тысячелетий Бог постоянно направляет людей, совершая три этапа своей работы – в период закона, период благодати и период царства. На каждом этапе Бог возвестил множество слов. В период благодати Бог воплотился Господом Иисусом, чтобы возвестить истину и пострадать на кресте за грехи человечества – совершив работу искупления. Да.
В период царства Бог снова воплотился, в этот раз всемогущим Богом, и возвестил истину, необходимую для совершения работы суда в последние дни. Явился, чтобы очистить и спасти человечество, и в конце его пути привести в прекрасное пристанище. Аминь. После чего век зла и мрака завершится. Благодаря всем словам, изреченным Богом во время обоих его воплощений, люди услышали голос Божий, увидели явление и работу Бога и обратились к Богу. Отныне люди видят его мудрость, видят всемогущество Бога, знают праведный характер Бога и видят, что все совершается по слову Бога. И это самый очевидный результат работы воплотившегося Бога. Верно. Человеческими трудами никогда не достичь такого результата, поскольку у людей нет истины. Они не способны выразить истину, необходимую для покорения и спасения человечества. Но каким бы методом ни работал и ни говорил Бог, как бы велика ни была его работа, сколько бы людей ни пришли к Богу, люди сатанинского типа сделают все, чтобы осудить явление и работу Бога. Они ищут предлоги, чтобы вводить людей в заблуждение, и люди начинают с подозрением относиться к Богу. Компартия изо всех сил отрицает и осуждает Христа и называет Господа Иисуса и всемогущего Бога самыми обычными людьми. Причина в ее демонической сущности. Компартия ненавидит истину и противится Богу. Компартия – атеистическая организация, которой даже хватает смелости отрицать Бога на небесах. Как же она сможет признать воплощенного Бога? Неужто я говорю неправду? Директор Пань, воплотившийся Бог практичен. Это проявляется главным образом в том, что он всегда везде выражает истину. Он совершает работу самого Бога. Пусть внешне он выглядит как обычный человек, но он плоть, в которую облачился Дух Божий. Все его слова и работа – выражение Божьего Духа. Он может искупить грехи человечества и спасти его. Он может начинать новые эры и завершать старые, а также привести людей в Царство Божье. Несомненно, что работа воплотившегося Христа – это работа самого Бога. Христос и есть явившийся Бог. Аминь. Также и воплотившийся Господь Иисус. Пусть внешне он выглядел как самый обычный человек, но он дал путь покаяния, уча: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», и совершил работу искупления грехов. Также он совершил много чудес. Накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. 2 словами успокоил ветер и бушующие волны. Воскресил умершего. Никто другой не смог бы изречь истины, данные Господом Иисусом, или совершить чудеса, явленные им. Из этого очевидны Божьи силы и власть. И это подтверждает, что Господь Иисус был воплотившимся Богом и искупителем людских грехов. И иудейские правители того времени хорошо знали, что слова и работа Господа Иисуса имеют силу и власть, не свойственные человеку. И все же они осуждали Господа Иисуса, утверждая, что он простой человек, что он говорит богохульство, изгоняет бесов силою князя тьмы. Так они обманули людей, так что те стали отвергать Господа Иисуса. Из этого ясно видна их сатанинская природа, противящаяся Богу. В наше время в религиозных кругах обычно признают, что Господь Иисус был Христом и воплотившимся Богом. Лишь бесы, принадлежащие сатане, отрицают и осуждают воплотившегося Бога. Компартия всячески отрицает Христа и называет воплотившегося Христа обыкновенным человеком. Объявляют христианские церкви сектами, подавляя и запрещая их деятельность. Разве Компартия Китая не порочна? Разве это не бесы сатанинские, отрицающие Бога? Да. Предупреждаю. Если кто-то еще раз выскажет такую мысль, опровергая идеи марксистско-ленинского атеизма, я отправлю того в камеру. Прекратите все. Тихо. Ты чего? Иметь свою позицию – хорошо. Но что бы вы ни говорили, я все же считаю, что ваш Бог – просто человек. Веря в обычного человека, чего вы хотите добиться? Расскажите мне. Директор Пань, Бог воплотился, став Христом, для того, чтобы возвестить истину для работы спасения.
Вы не признаете, что все слова Христа – истина. Конечно, вы отрицаете Христа, даже осуждаете его. Лишь те люди, что признают и принимают Христа, а также подчиняются ему, способны обрести истину и спасение. Всемогущий Бог последних дней выразил истину, которая очищает и спасает человечество. Он таков же, как и Господь Иисус. Внешне он кажется обычным человеком, но на самом деле он Дух Божий в человеческом облике. Да. По своей сути он Бог, способный возвестить истину и совершить работу, как и сам Бог. Всемогущий Бог открыл правду о развращенности человека и ясно объяснил, как сатана развратил человечество. Он объяснил требования к людям и рассказал о той истине, которую им нужно обрести. Всемогущий Бог указал всему человечеству светлый путь, требуя от нас честности, жизни по Слову Божьему. Лишь так мы обретем благословение и прекрасное пристанище. Аминь. Когда мы приняли всемогущего Бога и испытали Его работу на себе, нам стали ясными многие истины. Мы отреклись от всякой неправедности, сторонимся зла. Мы все в разной степени очистились и изменились. Поэтому каждый из нас обрел в жизни прочное основание. Мы преследуем в жизни правильные цели, и у нас прекрасное будущее. Все это плоды работы слова всемогущего Бога в жизни людей. Аминь. Это доказательство того, что слова всемогущего Бога – истина, способная очистить и спасти человечество, помочь отбросить сатанинский характер и освободиться от оков сатаны, и привести людей в прекрасное пристанище. Скажите, кто еще мог бы выразить эти истины? Кто мог бы устранить причину греховности человека и спасти человечество от оков греха? И кто способен дать прекрасное пристанище? Никто, кроме Бога, больше не наделен такой властью и силой. Никто, кроме воплотившегося Христа, не мог бы выразить истину. Это факт. Аминь. Истины всемогущего Бога доказывают, что всемогущий Бог и есть воплотившийся Бог. Всемогущий Бог – это явление Спасителя Христа последних дней. Директор Пань, господин Ван. Вы отрицаете и осуждаете воплотившегося Бога. А читали ли вы слова всемогущего Бога? Исследовали ли его работу? Если вы не исследовали ее, то советую не отрицать Христа вот так. И тем более не называть виновным. Если вы мне позволите, я поделюсь с вами словами всемогущего Бога. Всемогущий Бог говорит: «Тот, кто является воплощением Божьим, должен обладать сущностью Божьей, и тот, кто является воплощением Божьим, должен обладать Божьим речением. Поскольку Бог становится плотью, Он непременно произведет ту работу, которую должен. И поскольку Бог становится плотью, Он обязательно выразит то, кто Он есть, и сможет принести истину человеку, даровать человеку жизнь и показать человеку путь. Плоть, которая не содержит сущности Бога, безусловно, не является воплотившимся Богом. В этом нет сомнений. Аминь. Выяснять, воплощение Бога это или нет, необходимо исходя из того характера, который Он проявляет, и слов, которые Он говорит. То есть о том, это воплощение Бога или нет, это истинный путь или нет. Необходимо судить, исходя из его сущности. Следовательно, в определении того, плоть ли это воплотившегося Бога, ключевой момент в том, чтобы обратить внимание на его сущность, его работу, его слова, его характер и многое иное, нежели на внешность. Аминь. Аминь. Христос пришел в последние дни, чтобы все, кто истинно верит в Него, могли получить жизнь. Его труд совершается ради завершения прежнего периода и начала нового. Его работа – это тот путь, по которому должны идти все, кто желает войти в новый период. Если ты не способен признать его и вместо этого проклинаешь, хулишь или даже подвергаешь его гонениям, тогда тебе суждено вечно гореть в аду. Ты никогда не войдешь в Божье Царство. Ибо этот Христос сам и есть воплощение Духа Святого, воплощение Бога. Есть тот, кому Бог доверил совершить его работу на земле. И поэтому я говорю, что если ты не можешь принять все, что сделал Христос в последние дни, тогда ты хулишь Духа Святого. Всем очевидно, что те, кто хулит Духа Святого, заслуживают возмездия. Кроме того,
Что если ты противишься Христу последних дней и отвергаешь Его, то от последствий за это уже нет искупления. Более того, впредь у тебя больше не будет возможности получить Божье благоволение. Даже если ты пытаешься искупить себя, ты больше никогда не узришь лицо Бога. Поскольку противишься ты не человеку, ты отвергаешь не какое-либо ничтожное существо, но Христа. Ты осознаешь последствия этого? Ты не просто допустил маленькую ошибку, ты совершил чудовищное преступление. Поэтому я всем советую не скалиться на истину и не подвергать ее легкомысленной критике. Потому что истина может принести тебе жизнь. И ничто, кроме истины, не позволит тебе возродиться и узреть лицо Бога. Аминь. Слова всемогущего Бога ясно объясняют сущность Христа. Мы верим во всемогущего Бога и прочитали много Его слов. Только поэтому мы понимаем Божье воплощение и принимаем работу всемогущего Бога последних дней. Если нет понимания истины, то часто у человека появляются собственные представления о Божьей работе. Он даже начинает судить и осуждать ее. Если человек способен искать истину, он не станет осуждать Бога. Директор Пань, господин Ван, мы надеемся, что вы не станете отрицать Бога и Его воплощение. Иначе вы оскорбите Бога. Директор Хэ. Я понаблюдала за верующими во всемогущего Бога последние несколько дней. Они не так просты, как нам казалось. Их совсем одурманило. Слово является воплоти. Возможно, у нас мало надежды перевоспитать этих верующих. Мне даже кажется, мы не способны опровергнуть их доводы. Хм. Я не верю в наше поражение. Всякая вера туманна. Лишь материализм практичен и реален. Вы хотите сказать, что наш марксистско-ленинский атеизм не сможет опровергнуть их теизм? Не может быть, чтобы все они были неисправимы. Через несколько дней праздник середины осени. Вы наверняка скучаете по дому и думаете о своих детях. Мы тоже надеемся, что все вы вернетесь домой, и чем раньше, тем лучше. Давайте сегодня просто поговорим по душам. Вы утверждаете, что всемогущий Бог – это Бог последних дней, который совершает свою работу. И говорите, что суть вашей веры – поиск истины и правильного пути. Но, насколько я знаю, верующие во всемогущего Бога подобны миссионерам Иисуса, что ради распространения Евангелия бросали свои семьи, работу, отдавали Богу тело и душу. Среди них много молодых, которые не создают семей, а заняты исполнением своего долга. Следую за Христом последних дней. Я правильно говорю? Может, вы не знаете, из-за того, что вы бросаете семьи, чтобы нести свидетельство о Боге? Все больше людей верят в Бога. Если весь мир обратится к Богу, кто будет верить в компартию и следовать за ней? Именно по этой причине правительство и арестовывает вас. И разве это плохо? Именно потому, что вы так верите в Бога. Столько людей было арестовано, брошено в тюрьму. А другие были вынуждены спасаться бегством. Много супругов развелось. Дети лишились родителей, а старики остались без поддержки родных. Ваша вера в Бога принесла вашим семьям много трудностей. Чего вы добиваетесь? Неужели подобный образ жизни этого стоит? В нашей культуре принято почитать родителей. Как говорится, изо всех добродетелей почитание родителей главное. Конфуций сказал, пока родители живы, далеко не уезжай. Уважение к родителям – основа уважения ко всем людям. Вы верите в Бога, не заботьтесь даже о родителях.
которые дали вам жизнь и воспитали вас. Разве это верный путь в жизни? Часто говорят, что все верующие – хорошие люди. Нельзя сказать, что это неправда. Однако все вы верите в Бога, поклоняетесь Ему. Это вызвало гнев Компартии, ненависть, просто ярость. Вы распространяете Евангелие и не можете позаботиться о собственных семьях. Где же ваша нравственность? Неужели из этого не следует, что вы выбрали ложный путь веры в Бога? Разве, распространяя Евангелие и свидетельствуя о Боге, вы не нарушаете гармонию общества? Я прошу вас, не упорствуйте в заблуждении. И поскорее вернитесь в общество, вернитесь к своим семьям. Живите, как все, заботясь о родных. Вы должны исполнять свой долг перед семьями. Это и будет правильный образ жизни. Это так? Вы согласны? Правильно. Ваши родные надеются, что вы скоро вернетесь. Нужно постараться перевоспитаться. Это верно. Измените взгляды, вернитесь домой. Зачем вам здесь торчать? Госпожа Дэн, вы постоянно твердите, что мы напрасно оставили семьи и бросили карьеру ради своей веры. Только это неверно. Объясните, как атеист, каков на самом деле верный путь жизни человека? Понимаете ли все вы, в чем источник зла в нашем мире? Источник тьмы. Знаете ли, почему человек живет, страдая во грехе? Можно ли жажду греховных наслаждений называть счастьем? Сейчас воплотившийся Бог явился спасти человечество от греха и ведет его в уготованное для него прекрасное место. И это прекрасная новость для развращенного человечества. Да. Да. Все мы люди, развращенные сатаной. Нам нужно принять Божью работу и все истины, которые возвестил Бог. Лишь так мы сумеем обрести чистоту и получить спасение. Это и есть единственно верный путь жизни. А вы говорите, мы идем ложным путем? Если послушать вас, выходит, что ученики Господа Иисуса, которые оставили свои дома, чтобы последовать за Господом, тоже шли ложным путем. А миссионеры западных стран, оставившие своих близких дом, чтобы отправиться за море в Китай, посвятившие жизнь служению Господу Иисусу, а порой и поплатившиеся жизнью, они тоже были бессердечными людьми. Они тоже выбрали неправильный путь. Они исполняли Божью волю, чтобы помочь людям обрести Божье спасение. Их поступки были полны милосердия. Они посвятили себя праведному делу, согласно Божьей воле. Господь Иисус сказал, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». За 2000 лет бесчетное число христиан оставили семьи и работу, чтобы исполнять волю Божью, распространяя свидетельство о нем. Благодаря их неустанным усилиям спасение Господа Иисуса распространилось по всей земле. Сейчас Господь Иисус вернулся, как всемогущий Бог, и возвещает истину для суда в последние дни, чтобы очистить и спасти людей. А для того, чтобы больше людей могли услышать Бога, принять Божье очищение и спасение последних дней и попасть в уготованное для них прекрасное пристанище, христиане из Церкви Всемогущего Бога оставили свои семьи и работу и отдают все свои силы проповеди и свидетельству о явлении и работе Спасителя Христа последних дней. Что? Разве это плохо? Да. Они поступают согласно Библии и воле Божьей.
Вы говорите, что оставили свои семьи и работу, чтобы помочь людям принять Божье спасение. Но, возможно, вы не подумали. Сколько бы вы ни проповедовали, сколько бы душ ни спасли, все же вы позволили развалиться собственным семьям. Разве это того стоит? Я считаю, в ваших интересах сотрудничать, пройти воспитательную программу, поскорее отучиться, зажить нормальной жизнью. В этом куда больше пользы. А в дальнейшем воздержитесь от проповедей. Чтобы не было таких, как вы, несущих в народ Евангелие. Из-за вас рушатся семьи, сиротеют дети. Что скажете? Госпожа Дэн, госпожа Лю, вы говорите, семьи христиан распадаются из-за того, что верующие оставляют семьи, чтобы распространять Евангелие. Только правда ли это? Всем известно, что с момента прихода к власти Компартия преследует за религиозные убеждения. Объявила сектантством христианство, а Библию – сектантской книгой. Верующих постоянно арестовывают. Бросают их в тюрьмы, даже не сосчитать. Скольким христианам искалечили жизнь преследования, а скольких лишили жизни? Кто же на самом деле разрушает семьи? Кто лишает христиан возможности вернуться домой, разрушает семьи и разлучает родных? Разве вся эта трагедия не результат преследования христиан со стороны Компартии? Так и есть. Когда христиане в западных странах оставляют семьи, чтобы свидетельствовать о Боге, почему их семьи не распадаются? Что происходит в этом случае? Почему в Китае, где правит Компартия, вера в Бога стала тяжким преступлением? Где еще такие законы? Что это за партия? У нас в семье была радость и согласие. Но полиция узнала, что я верующая. Меня хотели арестовать. Мне оставалось только бежать. Но полиция не отстала от родных. За моим домом стали следить. Телефон прослушивали. Они пришли к дочери в школу. Искали меня там, сказав, что из-за веры я стала преступницей. Из-за этого учителя третировали мою дочь. И ей пришлось даже бросить школу. В том году ей исполнилось 14. Я ужасно скучаю по родным, но я не смею им даже позвонить. Я так часто была у родного города, но могла только смотреть на него издалека, не заходя домой. У меня отняли право увидеть родителей и моего ребенка. Из-за ордера, выданного на мой арест, у мужа проблемы на работе. В итоге он развелся со мной. Мою семью разорвали на части. И кто же в этом виноват? О родителях и дочке некому заботиться. Кто здесь преступник, кто зло? Разве не Компартия Китая? Компартия арестовывает и преследует верующих, лишая их права на существование. Они не щадят даже членов семей христиан.
Это же так несправедливо! Но ведь путь верующих – это верный путь. Угу. Тогда почему Компартия угнетает нас и издевается? Неужели это все и есть проявление величия, славы и справедливости Компартии? Компартия арестовывает и преследует верующих, что привело к расколу во множестве семей христиан. А теперь она нас обвиняет, утверждая, что причина всех бед в самих верующих и в нашей вере. Будто мы нарушаем порядок. Компартия беззастенчиво врет, подменяя истину заведомой ложью. Верно. Это ужасный цинизм. Хоть я верила во всемогущего Бога, я никогда не общалась с верующими из церкви всемогущего Бога, потому что они очень скрытные, и я не смогла их найти. Их Джан Миндал, ты куда смотришь? На экран! Внимательно смотри! Веселей. Пришел директор Хэ. Джан Миндал, что изучаешь? Джан Миндал, ты что, не слышишь? С тобой директор говорит. Директор, это видео об убийстве Джао Юаня. Хорошо. Как дела? Потихоньку привыкаешь к учебе у нас? Видишь, сколько сил направило правительство, чтобы спасти вас всех? Оно организовало для христиан курсы идеологического воспитания. Ты должен очень ценить эту возможность. Много заниматься и стараться измениться поскорее. Ты здравомыслящий человек. Ты должен понимать, что вера в Бога и религия в мире Компартии – это просто дорога в никуда. Компартия – это атеистическая партия. Разве она разрешит проповеди о Боге, о его явлении и работе? Всем известно, что Компартия с самого начала осудила протестантизм и католицизм как секты и объявила Священное Писание христиан, Библию, сектантской книгой. Церковь Всемогущего Бога свидетельствует, что Господь Иисус вернулся в образе Всемогущего Бога, явившись в Китае, чтобы совершить работу суда последних дней. Партия не потерпит, и она станет еще активнее подавлять подобную церковь. Если бы Иисус родился в наше время, явившись у нас в Китае, нашлось бы много причин его распять или 100 раз расстрелять сотней выстрелов. Неужели ты не понимаешь сути этого вопроса? Правительство Китая уже много лет сурово подавляет и уничтожает домашние христианские церкви с целью превращения Китая в страну атеизма. Оно хочет обеспечить вечную власть Компартии. Посмотри, как был подан в пропагандистских целях инцидент 28 мая в Чжаоюане. Было сделано важное заявление, которым власти запрещают церковь всемогущего Бога и домашние церкви. Многие указывают на подозрительные моменты в инциденте в Чжаоюане, подозревая, что все было полностью устроено и срежиссировано Компартией. Что Компартия возложила ответственность за убийство на церковь всемогущего Бога, чтобы заручиться общественной поддержкой для полного запрета церкви всемогущего Бога. Так или иначе, в результате открытого судебного процесса суд Китая вынес и обнародовал решение. Ваша вина доказана Коммунистической партией Китая. Я считаю, что эти меры дадут просто прекрасный результат. Верно. Джан Миндао, что ты думаешь по поводу убийства в Чжаоюане?
Может, у тебя тоже есть подозрения? Убийство в Джао Юане, подстроенной компартией, вызвало резонанс. Но сколько людей по-настоящему верит решениям коммунистических судов Китая и пропаганде коммунистических СМИ? Все, кто понимает суть компартии, знают, Китай находится под властью диктатуры партии. Здесь нет независимых судов, отсутствует свобода прессы. Прессу и суды в Китае полностью контролируют правительство Китая. Они являются рупором и прислужниками диктатуры коммунистов. И это общепризнанный факт. На какое-то время вы одурачите людей инцидентом в Джао Юане. Но когда правда раскроется, каков будет результат? Я смотрел открытый процесс по делу убийства. В нем куча нестыковок, очень много странного. Подсудимые совершенно ясно заявили суду. У меня не было контактов с церковью всемогущего Бога. Лишь мы с Жань Фань представляем истинную церковь всемогущего Бога. Государство подвергает запрету всемогущего Бога, в которого верит Джао Вейшань, а не того всемогущего Бога, в которого верим мы. Из их заявления очевидно, что подсудимые не имеют отношения к церкви всемогущего Бога. Они совершенно никак не связаны с церковью всемогущего Бога. Почему судьи-коммунисты притворяются глухонемыми, не опираются на факты? Почему они нагло игнорируют показания самих подсудимых, нагло искажают факты, нагло врут и упорно настаивают на том, что подсудимые из церкви всемогущего Бога? Разве не очевидно, что коммунисты фальсифицируют доказательства и фабрикуют обвинения против церкви всемогущего Бога, а также манипулируют общественным мнением? И это не отказ от фактов, не явная ложь и не попирание закона. Как такое решение может не вызывать подозрений? Ты утверждаешь, что правительство использует этот инцидент, ложно обвиняя церковь всемогущего Бога, чтобы настроить общественное мнение против церкви всемогущего Бога. Тут ты все верно говоришь. Если компартии нужно подавить организацию или этническое меньшинство, ей нужен резонанс в СМИ. Лишь так есть вероятность убедить граждан в правильности всех действий коммунистической партии. Если не будем так делать, не сможем достичь своей цели. Ты считаешь, компартия неправильно поступила, сфабриковав инцидент в Джао Юане? По-моему, это было необходимо. Компартия Китая использует любые средства ради дела. Именно в этом гений и величие компартии. А от всех этих подозрений толку не будет. Разве не так обстоит дело? Директор Хэ, вы говорите, что компартия идет на все ради достижения своих целей. И я видел это сам. Еще когда коммунистическое правительство жестоко расправилось со студентами на площади Тяньаньмэнь и подавило восстание в Синьцзяне и Тибете, тогда сфабриковали предлоги, чтобы обвинить жертв и распустить слухи, очерняющие их. Лишь затем было подавление. Любимые уловки компартии. Ничего удивительного в том, что китайские коммунисты сфабриковали инцидент в Джао Юане как предлог для подавления церкви всемогущего Бога. Но сможет ли компартия многолетним подавлением, арестами и преследованием полностью искоренить церковь всемогущего Бога? Когда-то давно иудеи праведный характер Божий поругали, распяв Господа Иисуса, и познали проклятие Бога, претерпев 2000 лет мук порабощения. Из-за ярого отрицания и противления Богу и жестокого гонения христиан Римская империя была истреблена бедствиями, насланными на нее Богом. Хотите сказать, вы не знали? Если китайские коммунисты противятся Божьей работе в последние дни и осуждают ее, разве смогут они избежать Божьей кары? Всемогущий Бог говорит: «Мы верим, что никакая страна или сила не может
встать на пути того, чего желает достичь Бог. Те, кто препятствует работе Бога, кто сопротивляется Слову Божьему, нарушают и вредят Божьему плану, будут в конечном счете наказаны Богом. Тот, кто противится работе Бога, будет отправлен в ад. Любая страна, бросившая вызов работе Бога, будет разрушена. Любой народ, восставший против работы Бога, будет стерт с лица земли, прекратит свое существование. Заткнись! Ты у меня заговоришь! Капитан Хуа, успокойтесь. Никаких больше цитат! Я тебе обещаю, если еще раз услышу, ты получишь! Следи за поведением! Сейчас преподаватели курса по идеологической обработке вбивают нам в головы атеизм, материализм и теорию эволюции. Чем больше я слушаю, тем больше подступает тошнота, тем сильнее мое отвращение. Бог возвестил множество истин и совершает работу очищения и спасения людей. Это же очевидно, но они не хотят этого видеть. Они бесстыдно отвергают слова Бога, отрицая истину. Мне удалось ясно разглядеть абсурдность и нечестивость взглядов атеистов. Здесь никому не разрешают читать слова Бога или общаться об истине, и уж тем более никому нельзя молиться или прославлять Бога. Разрешается только слушать то, что они говорят. Нет абсолютно никакой свободы. Из-за этого я чувствую себя связанным по рукам и ногам, словно в кандалах. Пребывание здесь похоже на жизнь в страшном аду. Это сплошная мука. Каждый день тянется, как год. Не молиться! Здесь такой мрак, такое зло. Эти демонические чудовища, противящиеся Богу, так отвратительны и так ненавистны. На мрачном фоне демонического противления китайских коммунистов Богу и жестокого обращения с Божьими избранниками я приобрел даже более подлинное понимание величия и славы Бога. Я думаю о том, как Бог смиренно скрыл себя в человеческом теле, совершенно не пытаясь никого впечатлить своим видом, только настойчиво даруя истину для очищения и спасения людей. Подвергнувшись нападкам, клевете и осуждению со стороны коммунистического правительства Китая и антихристов из религиозных кругов, всемогущий Бог перенес ужасное унижение, однако продолжил молчаливо совершать работу спасения людей. Божья любовь к человечеству так велика и так реальна. Точно как говорит всемогущий Бог, так как Божья сущность свята, это означает, что только благодаря Богу ты можешь идти по светлому и правильному пути через всю свою жизнь. Только благодаря Богу ты можешь познать значение жизни. Только благодаря Богу ты можешь прожить настоящую жизнь, обладать истиной и познать истину. И только благодаря Богу ты можешь обрести из истины жизнь. Только сам Бог поможет тебе удаляться от зла и избавит тебя от вреда и власти сатаны. Кроме Бога, никто и ничто не способны спасти тебя от бесконечных страданий. В этом суть Бога. Джан Миндао, ответь. Ты собираешься подписывать заявление о раскаянии? Проклятие. Поверь мне, политика компартии по религии – это полный запрет религиозных взглядов. Все домашние церкви, церкви трех автономий, будут запрещены.
Народ должен верить в Компартию. Марксизм-ленинизм. Если не дурак, ты примкнешь к рядам Компартии. Подпиши заявление о раскаянии, об отречении от веры и от Церкви Всемогущего Бога. Не подпишешь, отправишься за решетку и не выйдешь оттуда живым. Когда я попал сюда, я не рассчитывал выйти живым. Если думаете, что заставите меня отречься от Бога, то ошибаетесь. Черт! Ты безнадежен! Глаз с него не спускать. Теперь тебе запрещено есть. Запрещено спать. И стой на ногах! Когда он поумнеет и подпишет бумагу, вот тогда и сможет поесть. Вставай, встать. Тетушка Хань, в вашем возрасте пора уже наслаждаться тихим семейным счастьем. Зачем терпеть все эти мучения? Подпишите 3 бумажки. Уезжайте и молитесь себе дома. Всем все равно. Сможете снова быть с семьей, увидеть внуков. Ведь здорово. Мы получили от руководства добро. Мы можем написать все вместо вас. А вы поставите подпись. Хань Дуньмэй, какая же ты упрямая! Скоро в тюрьме окажешься! Если он не подпишет, его приговорят к сроку. Вы в курсе? Сынок! Папа! Сынок! Папа, пойдем домой! Сынок! Подпиши все! Я умоляю! Если тебе дадут срок, то всю нашу семью ждет большая беда. Если не подпишешь заявление, то тебе придется остаться здесь. Сначала на месяц, потом на 2. Если не поможет, то на 3. Если и это не поможет, отвезем тебя на учебный курс в провинцию на 1/2. Будешь учиться, пока не подпишешь. Сынок! Боже. Демоны-коммунисты делают все, что в их силах, чтобы принудить нас подписать заявление о раскаянии и произнести слова, отрицающие и хулящие Бога. Эти демоны так коварны, так презренны. Но даже если это будет стоить мне жизни, я и дальше буду свидетельствовать о тебе и ни за что не подпишу заявление о раскаянии. Джан Миндао, Сюй Сянгуан, Су Джи Цин, Хань Дунмэй, Ли Чуньи, Тань Цюминь, Цзинь Хуэйн, Дунвэй. Джан Миндао, выйти! Сюй Сянгуан, выйти! Хань Дунмэй, выйти! Ли Чуньи, выходим! Живее! Быстрей! Выходи! К стене!
Уведите всех! Пошли! Пока не поздно, если подпишете 3 заявления сейчас, я еще смогу вам помочь. Подпишите. Увести. Верующие и неверующие – два типа людей. У каждого свой путь. И один не изменит другого. Считается, что марксизм-ленинизм и теория коммунизма Компартии изменят людей, верующих в Бога. Но даже члены Компартии не верят во все это. Это маловероятно. Всемогущий Боже, Твои слова в очередной раз привели нас к победе над искушениями и нападками сатаны. Я узрел силу Твоих слов и узрел Твои всемогущество и мудрость. Боже, вся слава Тебе! Сатана, он не изменит
среди